Москва откуда еду? С этого, с Новосибирска. А? С Новосибирска. С Новосибирска? Да. Куда едешь? Еду в Махачкалу. Через Оренбургскую область? Да. Через все области России. Выполняй. Это что такое? Указ губернатора, все, кто въезжает в Оренбургскую область, заполняют анкеты. Авторучка есть? Сейчас посмотрим, да, есть. Так, ребята, анкеты заполняют. Объясните мне, какой у вас приказ, указ есть? На каких основаниях мазок будете делать? На каких основаниях? Кто? Берутся анализы. Но все на каких? Въезжаешь в Оренбургскую область официально. Но покажи. Чтобы Абдулино, ведем карантин. В городе Абдулино, в городе Ясно. Город полностью закрыт. Офигеть. А что в новостях-то это не говорят? Говорили в новостях. Когда? Что Абдулино закрыт. Даже в интернете пишут. Посмотрите на YouTube, посмотрите в новостях, в новостной ленте. Да, получается? Там безо рта из носа. Больше ниоткуда мазок не берут? Нет. Ну, может, с анального отверстия возьмут, нет? Сейчас врач вам скажет. Я не врач. Понятно. Блин, короче, ребята, жесть полная, бля, короче. Оказывается, Абдулин на карантине находится, блядь. Это жесть. Блин, короче, берут мазок. Вот, все-таки из горла с миндалей берут. Вот с этой, ну, части, с этого. Так, а это что? Ребят, вот такая хрень. Как сказали, через два дня, короче, позвонят, скажут. Жить будем, не будем. Вот такая ерунда. Абдулино, блин. Ёпара, сэта, Оренбургская область, нахуй. Вообще полная, блять, что у нас происходит, да, охренеть. Абдулино, он реально закрыт, ребят, видите, блоками заложились, такие дела. Газ 21.50, ребят. А он есть вообще тут? Абдулино. Заправимся. 21.50 еще терпимо. А по программе, газойл написано 24 рубля, ребят. А, я же здесь заправлялся. Юпра с этой. Тогда что-то ценник был, по-моему, 23.50, наверное. Сейчас столб снесем. Приехали в промежуточную точку. Чутка не хватит. Промежуточную точку. Вон
Заправим сейчас. Охренеть, на туре все ходы Абдулино перекрыто, но кто-то какие-то москвичи приехали якобы. И это заражение, что ли, какое-то пошло. Почему с этой стороны не перекрыто? А это уже не Абдулино, что ли, слева? Так, нам на Оренбург. Даже дальше. Ребят, что это за хрень такая? Ветер сильный, что ли? Я что-то не пойму, блин. Вообще, блин. Что за хрена тебе? Блин, что ли такая, блин? Ребят, доброе утро. Блин, забыл, что за поселок, короче. Здесь заправка рядом, газ. Но я сейчас много не буду плескать. Тут 20 литров. А, сколько? 40 плесну. В сторону Оренбурга. Туда Оренбург. Туда Новотроиц, Корск. Кружаться, блин. Туды-сюды, блин. Ай, блядь, жесть вообще, ну. Вот. Ага, спасибо. Это что за деревня-то? Краснощёково. А, Краснощёково. А? Краснощёково, ребят, короче. Тусуемся. Так. Много выгрузок или что-то как бы. Ты вообще мне говорю, после последней загрузки скидываю адрес загрузки, разгрузки, блядь. О, ладно, ладно, блядь. А тут нифига, короче, мне не скинуло. Соответственно, я перся, потому что договор этот, блядь, тоже он, блядь, в телефоне, блядь. И пока это все рыскать, вот эти несколько договоров, считай, сколько мы с ней разговариваем весь день, да? Грубо говоря, там. Мы, считай, с ней разговариваем весь день, там столько записей всякие, там это. И... Заехали, ребята, в Оренбург. Заправочку нам еще бы надо выплатить, чтобы до Самары дотянуть нам. Что-то здесь вертуны какие-то нам.
такая, ТГС есть. Должна быть экономной. Так, ребят, заправились. Газ, оказывается, не 20 рублей, а 16-20, оказывается, 16-20, а как 16-20, 1620 100 литров, ну, 16-20, все правильно, 16-20, короче, нормалек, а написано 20. Сейчас, кстати, в связи с этим, с коронавирусом, смотрю, это, ну, разговаривал сейчас, ленты здесь закрыты в Оренбурге, некоторые, якобы что-то туда-сюда, короче, вообще, душняк конкретный нам создают, интересно, во что это все выльется, бля. В натуре будет либо хорошо, либо очень плохо, бля. Ха. Жесть полная. Интересная, конечно, политика, система, это все нам. Прям в Оренбурге, кстати, в маске вообще народу очень много ходит. Ребята, все, приехали. Только не в Самару, я думаю, вы догадались. Сейчас что-нибудь перекусим. Нормально. Вот, ребята, вот такие сухпайки, чтобы желудок не заклинил. Надо. Так, ребят, перекусили. Блин, так полегчало прям. Че, ушла в кувет, что ли, прям? Как-то так занесло-то нам. Себе лебедкой тащит, или заснул, что ли, блин.
Офигеть, ребята, да? Вообще, блин. Вроде сухо, да? Может, обгонял, маневр какой-нибудь сделал, блин, не такой, и не удержал. Неужто я добрался до Ульяновской области, а? Ёбаный святый, а? Домой хоть заскочу, ребят, сейчас. На пару часиков. Ой, дорога хлам здесь. Просто хлам. Все, Димитровград. Заезжаем. Маски по 200 рублей, да? Да. Ну ловко, ребят. Офигеть, сколько мотоциклов нам. Вот оно, Чикаго. По-другому чердаклы. Или чердаклы, по-другому Чикаго, короче, по месту. Ох, ребята, заехали мы. Ульяновск, район Новый Город. Сейчас домой заскочим. На пару часиков надо забежать, быстренько все выкинуть зимнее, тоси-боси, помыться, все это. Вот у меня дом слева, он последний. Пока тусуемся там. Справа мечеть. Тут стоянки идут в ряд. Короче, нормально. Двигаться можно. С мечети идут. А нет, это собака была. Сюда надо подальше. Здесь, да? Так, ну все, ребят, короче, тема такая. Сейчас все я собираю, вот, быстренько все собираю, все раскладываем, все убираем, все это, все вещи, все белье, и, короче, ребят, сейчас я все отношу, помоюсь, сразу это, все дела, и выдвигаемся. Нам надо сегодня до Сызрани долететь там, ну и куда-нибудь туда, Саратов ли. Так-то вообще нас в Волгограде завтра ждут. Ребята звонили с нашего двора, говорят, короче, получится понедельник приехать. Я говорю, не знаю. Ну все, что, на созвонах, на перезвонах, попозже созвонимся. Все. Ребята, добрый вечер. Короче,
побрился, помылся я, короче, все дела, привел себя по-быстрому. Правда, уже стемнело, блин. По времени немножко это. Алло. Все, я выезжаю, мам. Давай. Через минут там 10, ну, 15 подойдешь там это. Угу. Давай, сейчас я выезжаю, еду. Я что, я подъеду к куда иду к этой? К шиномонтажке. Ну я позвоню тебе еще, давай. Позвонишь мне. Ага. Остыла машина-то чутка. Так, все забрал, вещи поменял, все сдал, это постирать отдал. Ладно, потихоньку, ребят, трогаем. Так. Ничего не забыл. Ну ладно, еще раскидаться надо будет. Уезжаем в Ульяновск потихонечку, на кольце. Сейчас на Саранск. Ребята, доброе утро. В Теренге, короче, остановился. Вчера что-то лег, думаю, ну и нафиг, надо отдохнуть, блин. Ну реально, что-то прикинул, вчера тоже много все равно проехали. Почти от самого Орска только до Ульяновска при это без остановок. Вот. Но что-то все равно встал, кстати, подламывает. Как будто спать охота, блин. Вот такие вот дела. Стоим здесь, я не знаю, в Теренге здесь какой-то типа магазин, что здесь стоянка вот. Я так-то знаю всю Теренгу, но здесь просто не знаю в том плане, что здесь относится это здание к чему это. Может, вокзал какой-нибудь хер вот. Сызрань прямо, а нам направо. Так, нам до Саратова 400, ребят, еще. Ёпперсенты, 400. Так, нам сейчас до полного заправиться, нам мы 400 прошли. А почему 400? В Самаре мы заправлялись. Что до сюда? 400 всего? А, да. Точно. Там, считай, 200 с небольшим, и здесь сутки с небольшим. Что-то на татарке газа так и нету. Не поставили газ. Раньше здесь газ был, что-то ни хрена нет. Видите, газ 0,00. Может, что-то будут еще. Блин, 18,50 газ. Здесь еще, кстати, душевая, ребят, бесплатно, прикиньте. Я и не знал. За счет заведения. Оказывается, там внутри душевая, все дела, блин.
охренеть, блин. Так, все. Пойду схожу до полного. Так. Че, мы на двушку что ли заправить? А, не, на 1500. На 1500. Елки, а 16.50, ребят, газ-то здесь. Блин, смотри-ка, везде цены дешевеют, что ли, я что-то не пойму, но 16.50. Так. Ладненько, что трогаем. Так, у нас теперь заправка где будет? В Камышине, да? 500, 400 там, 100 там. Блех, не хватит, наверное. Ребята, Саратов проскакиваем. Прям 33 километра. 33. Бочонок под номером 33. Асфальтик делают, смотрите, немножечко. Зашевелились, пока коронавирус. Машин мало. Решили это асфальтик сделать. Что это за кафешка? Что, пойдем, зайдем, посмотрим, что здесь почем. Кушать, муфлить. Кафе Дубравана. Что-то я не могу уже есть охоту. Пельмешки заказал, салатик. Сейчас покушаем, ребята, и поедем дальше. В Саратове находимся. Ладно, что, ребят, давайте. Приятненького аппетита всем. Поехали. Так, ну все, ребят, покушали. Машинка стоит, пойдем. Поехали. Такие вот дела. Блин, звонил клиент с Волгограда, блин. Я говорю, не раньше 4 часов, говорю. Ой, точно, бля. Все, полетели. Так, у нас газ уже все на прихватках. Так, бля, хер тут развернешься, да? Маршрут перестроен. Да ладно ты. Так, нам надо дозаправиться. Поверните налево. Почти 200 пиликать, но 190 сейчас плеснем чутка. Их
хватит нам, много не будем нам. Литров 40 сейчас сделаем. Все, ребят. И полетели дальше. Пошел, сбегаю. Так, ребята. 40 литров я плеснул. Чуть-чуть. Чуть-чуть не считается. Ты нравится. Да, у меня трещина нормально, вот сюда залетел камушек-то, ребят, течет. Надо, блин, где же найти нормальных мастера нормального, блядь. Блин, я хренею, блядь, откуда вы столько набрались, блядь, машин, блядь, карантин вроде. Ёпарс, это я думал, я один катаюсь, блядь. Газ дорогой, 21,50, блядь. Нафиг мы там в этих дубках заправимся лучше по 16 рублей там с чем-то. Но или по 17, все равно разница есть, блядь. Ребят, заехали в Дубовку. Да, конечно, Дубовка. У меня есть, но, наверное, на часть вашего буду применять. Сейчас я в машину взял, ладно, заехали в Дубовку, и у нас газ закончился. Но нам до заправки осталось километров 5, наверное. Там по 16 рублей сейчас полеснем полную. Так, и мне будет... да, кстати, мобилу сменил я. Вот моя старая, вон. Honor 8 X. Надо в нем разобраться немножечко. Так, мне по пути надо Евросеть, ДНС, что-нибудь вот такое, блин. Блин, что-то 17 рублей, 17,50 оказывается, ребят, блин. А что-то мне показалось, как будто в прошлый раз 16,50. Ну ладно, 17,50, не 21. Полный баллон, 115 литров зашло на. Так, ладненько. Трогаем, ребята, дальше. Нас там клиент ждет уже. Тихонечко поедет до Волгограда. За Волгоградом оказывается выгрузка. Офигеть, в самом конце города нам. Вот, ребята, Волгоград. Свысока. Так, нам бы нужен этот флешка, вот этот переноситель, как он там, я не знаю, короче. На микро маленькую флешку. Не знаю, по пути здесь как-то Эльдорадо надо поймать или видео там что-то ДНС. Не знаю, конечно, где что. Поймать можно. Ветрище просто. Просто прям машина гонет конкретно. Не едет нам. А, да, стыки здесь, конечно. Жесть. Так, ребят, нашел я Евросеть, но нам сейчас надо будет, короче, вертун делать. Здесь сейчас мы направо уйдем, под мост, и вон там поедем, вон по ту сторону. Все, тут осталось 2 километра и налево. Короче, нифига, ребят, тут там и видео не работает, ДНС не работает. Блин, не знаю, вот сейчас что-то по пути еще какая-то будет. Ребят, доброе утро. Что-то я тут только включил камеру, отъезжал, блин. Друган позвонил, блин. Так, что, мы в ленте также, в Волгограде, что, выезжаем потихоньку.
Сегодня у нас уже вторник, да? По-моему. Нам надо потихонечку выбираться с Волгограда, блин. Поверните направо. Почему направо-то, блин? Чё, офигел, что ли? Видите, сколько стоит? Отдыхает вчера. Нормально, говорю. Сколько уехал, что-то фуры нет, этих нет.